Зайди на карту, ты можешь вырубить свет. Вот делай килл и делай репорт. А я открыл диспут и я проголосовал. Ха-ха! Откуда они узнали, блин, капец. Друзья мои, всем привет! Вы на канале Funny Family Games TV. Сегодня мы будем играть в новый Among Us. Мы сегодня будем играть в Among Us в Роблоксе. Примерно как оригинальная игра, такая же будь здорова, как настоящая. Я не коронавирус. Ты предатель. Мы предатели сразу, прикинь. Офигеть. Так, смотрите, я играю за предателя. У тебя есть даже килл, тут прям все как в настоящей. Тут все как в настоящей реальной игре. Не убивают, тут сразу увидят то, что... Я понял, да. Нет, я еще пока не буду убивать. Ты подходи к разным штучкам, типа ты чинишь тоже. Тебе надо пойти. Пойду-ка туда, я за Биллом. Надо мне кого-то замочкарить. А, Кощей замочили! Так, тут никого нету, ребята. Обожаю быть предателем, если честно. Да? Ну тут двое предателей, еще со мной какой-то другой напарник предатель. А я в люке могу залазить? Ну слушай, только, наверное, отойди с люка, потому что какой-то ржавый, он ненадежный. Нормальный люк, смотри, вообще. Ой, нифига себе. А я должен... Блин, нажимай килл. Пью, вот, да. Есть, я убил его. Так, опа, сейчас кто-то диспут откроет. Блин, там они увидели, что я убил труп. Все. Меня заметили как минимум двое, ребята. Посмотрим, поймут ли, что я предатель или нет. Давай смотрим. Видели, они забежали сразу в комнату, да. Когда я убил чувака того. Тебе надо быть осторожным. Ах, сейчас за меня двое проголосуют и все, блин. Так, один уже проголосовал. Нет, он не проголосовал. Вот этот проголосовал. А, вот, все, проголосовали. Так, смотрим. Так. А, я не проголосовал. Я голосую за вот этого. Фиолетовый. Блин, за меня двое, все! Они поняли, что я предатель. Я это, к сожалению, сделал незаметно. А-а-а, я вылетаю! Камон, ну почему так быстро? Да, они победили. У меня не получилось это сделать. Так, немножко... Ну, втихушку. Ладно, ничего страшного, начинаем заново. Да, я хочу еще раз. А давай теперь побудем не предателем. Или предателем ты хочешь? Так, начинаем снова загрузку. И я пока не предатель, да. Я пока не предатель. Погнали. Погнали. Так, я не предатель, но кто там предатель? Поэтому надо держаться. Ой, тут вырубил свет. Так, давай вот давай тут почини. Чиним. Так, помните, что мы, как в обыкновенной игре, должны выполнять здесь задания, поэтому... Что тут надо сделать? Опа, а, вот так. Раз, оп, оп. Раз. Тебя, блин. Убили. Тебя убили. Меня убили? А, нет, нашли. Кого-то труп. Другого, да, нашли труп, они открыли диспут. Интересно так, в Among Us по-разному все убивают. Кто-то убивает языком, кто-то убивает ножом, а кто-то убивает пистолетом. Ну как языком убивать? Ну да, потом открывается, бла. Да. Я за синего, я бы за синего. Так, ребята, лама, кто вы думаете, кто предатель? Лама какой 1, цвет? 21. Милан думает, что лама 21. Ну давай за него проголосуем. Так, у нас как раз остался лама, не проголосовавший, и красный. Кстати, это прикольная версия. Мне кажется, ребята, она достойна лайка, поэтому нажмите мне обязательно лайкосик. Мне кажется, игра очень классная. Family. За кого-то Family, да, проголосовали? Family Dean was in... Он был предателем. Кто, лама? Вот этот чувак предатель. И еще один, наверное, предатель. Как ты был прям предатель? Так, вот тут надо сразу я что-то... починить. Давай, чиним. Что это? Так, воу. Камни. Так, тебе надо их поубивать, эти камни. Блин, этот оранжевый идет, может меня сейчас убить. Сколько? Сколько я должен камней сбить? Смотри, баб, там пушка есть. Реально стреляла вот эта. Оранжевый, держусь от тебя подальше, а тут сейчас меня прихлопнешь. Так, вот тут так. Еще и красный. Идет за мной. Крадется! Он предатель! Красный? А? Как ты думаешь? Сколько было предателей? Мы же одного предателя нашли. Да, одного нашли. Вау. Так, карта. Карточка. Проводи. Давай, проводим. Слишком slowly. О, смотри, как настоящее задание, как в Among Us, да, реально? Это прикольно. Так, выполняем задание следующее. Что тут у нас так, еще бутылек дальше? Бутылек у нас есть тут, бутылек? А, нет. Бутылька нету. Так, туда иди, вон туда, видишь, там стрелка очень. Ага, наверх, да? Угу. Так, пойдем. Да. Осталось совсем чуть-чуть задание выполнить. Да. Больше опа. Да, оранжевый не предатель, по-моему, ребята, кстати. А оранжевый, по-моему, не предатель. Мне тоже кажется. Ну, если кажется, креститься надо. Так, чини. За него не голосуем, так, что? Что надо делать? Нужно вот эти листочки вот кидать, сюда. Кидать. Блин, тут в точь-в-точь задание. Похожие. Ага.
мусорный бак, они улетают. Опа, миссия выполнена. Так. Зеленая шкала прибавляется, осталось все мало и мало заданий. Что? Теперь вот за этой стрелкой, за этим. Вниз, стрелкой. Пойдем. Ты же предатель. Я думаю, что красный. Чего эта стрелка ведется, кстати? Он ходит что-то за мной, он ждет, когда я спрячусь куда-то. Ага, тут еще и зеленый есть. Нет, зеленый задание выполняет, по-моему, какое-то. Зеленый не предатель. Оранжевый, зеленый. Оранжевый, красный, они какие-то странные. И мне кажется, красный может быть предателем. Так, вот тут еще оранжевый. Он выполняет задание. Да нет, по идее, с ним можно вдвоем выполнять задание. Иди выполни задание, он не выполнит. Он притворяется, то, что он выполняет. Серьезно? Он это он? Убили синего. Блин. Так, трех убили или пяти убили? Ребята, как вы думаете, кто предатель? Напишите в комментариях. Осталось 4 игрока. 4 игрока всего лишь. Кто из них может быть предателем? Подожди, мне кажется, за красного голосуй, за красного. Нет, за оранжевого. Тут два оранжевых таких. За оранжевого. За оранжевого? Нет, он рядом с нами был, он не убивал синего. Зеленый. А ну-ка давайте за зеленого голосовать. Он же тебя не убил. Красный, я вообще, он там где-то тусовался сам один. Оранжевый тоже вроде как выполнял задание. Может, зеленый? Ну-ка смотрим. Зеленый тоже выполнял задание. Все, все проголосовали. Нет, только один красный остался. Давай быстрее голосуй, камон. Это как его? За красного 2. За красного 2. Его хотят выгнать. Посмотрим, он предатель, нет? Он предатель? Да. Тебе конец. Я же говорил, красный предатель. Значит, мы победили? Да, победа. Ура! Victory, как говорится. Прикольные, у них даже лицо есть. Так прикольнее. Они классно лицо сделаны, да? У них даже лицо, да, у них лицо. Давайте есть. Повысим лицо. Наши шансы сейчас, чтобы мы были предателями. Ты покупаешь, и твои шансы увеличиваются вдвое. Жалко, что у нас нет такого. Да, жалко, что в настоящей игре нет такого. Реально, разработчики игры, надо вам об этом задуматься. Это реально крутая штука. Так, по идее, мы сейчас должны с тобой предателем, потому что у нас шансы намного больше. Так, ребята, снова начинаем, и я предатель, прикиньте. И еще Алво, что-то там. Зеленое какое-то. Где он? Вот мы с ним, вот этот, короче, тоже предатель. Так, все, погнали сразу, давай сюда. Так, только тише. Пам-парам-пам-пам-парам-пам-пам. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Тссс, я предатель. Если убивай незаметно. Хорошо. Если ты убиваешь, то сразу нажимай репорт. Нажимай сразу репорт. А, чтобы этот? Типа, это ты нашел труп. А, вот когда надо делать. Хитро, да, так надо делать? Я понял. Это ты можешь вырубить свет. Зайди на карту, ты можешь вырубить свет. Вот делай килл и делай репорт. Репорт. Все, я нажал. Ребята, я убил Билова и нажал. Ты нашел репорт. Да. Так, мы только одного. Пока только ты убил одного. Кто же? Я буду голосовать за... Кстати, я могу за другого? За оранжевого, да. Он же предатель? Да, давай за оранжевого. Давай. И типа думают, что это реально он. Давай. Не, ну, кстати, я-то проголосую. А, я открыл диспут, и я проголосовал. Ха-ха! Смотрим, вычислят ли нас или нет. Я предлагаю пока не подавать виду, чтобы знали моих замыслах. Я убил Белого. О, проголосовало как много людей. Так, за кого же голосуют люди? И красный остался. За меня? Откуда они узнали, блин, капец. Откуда они вычислили, скажи мне, пожалуйста, ребята. Как они вычислили, что я предатель? Может, они увидели, как ты из-под тиска? Ну как я убил только Белого? Все, и теперь этот. Все, убили того предателя тоже. Вычислили, что он предатель. Мы проиграли. Блин, давай еще раз. Я хочу, чтобы ты был еще раз предатель. Почему меня вычислили? Скажи мне, пожалуйста, а? А можно я сейчас буду играть на компе? Давай поменяемся местами. Ты хочешь сыграть? Да. Ну давай, камон. Будешь предателем? А, ты предатель. Yeah. Вот этими. Ходить? Ты можешь вот этими. Таким тоже можно. Ну ты, так. Мышка эта должна открывать, убивать, если что. Ага, вот сюда нажимать, да? Да. Я пока вот сюда пойду. Давай. Милана предатель, ребята, если что.
Ага, зачем ты им говоришь? Убивай его. Ага, нет. Давай. Пока никто не видит. Быстрее. Репорт. Диспут. Сейчас, прикинь, за тебя все проголосуют так же, как и за меня. Тебе будет обидно? Да. Голосую за красного. Он предатель. Почему? У него красное. Давай за синего. За красного. Они вот здесь пишут, наверное, вот здесь переписываются, да? Да, 12. А ну-ка, открой вот это. Кто? 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 Black? Черный, на меня. Black. I'm at the car right now. Блин, Милан, это FFGTV, ты черная. Напиши. Red. Красный. Так, I... Он что-то пишет, он там ругается. What? Он пишет красный. Self-report. Так, за кого проголосовали? За красного! Милан, это сработало! Это сработало! Мы его выгнали, теперь только ты предатель. Только ты одна. I'm предатель. Ты одна, запомни, ты предатель одна на корабле. Все, надо, давай теперь ты играй в предатель. Все, так, ребята. А, как мне, кстати, здесь выключать свет? Кто знает? На карту нажми. На карту. А я могу типа задание выполнять? А нет, саботаж нет. Это что? Саботаж вот на карту нажми, и будет тебе саботаж. Вот нажимай на любую из точек. А, вот здесь, да? Ты можешь закрыть двери где-нибудь там, починить. Ну, починить ты не можешь. Что-то, ну ты портишь, короче, ты. Все чинят хорошие, а ты я ломаю, ты да? Да. Я понял. Ха-ха-ха-ха. Так, тут надо синенького убить. Все уже... Давай саботаж. Я синенького замочил, ребята. Я говорю, что белый. Блин, по-моему, за меня голосует. Давай за белого голосуй. Поп 2, 1, голосуй. Блин, за меня все проголосовали. Как они вычислили, что я предатель, а? Нам, рядовым юзерам, остается ждать. В надежде на то, что эта ситуация разрешится сама собой. Почему, когда я, они не вычисляют, когда ты? Почти. Сразу, да? Тебе повезло. Ну ладно, это было прикольно, друзья мои. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал Funny Family Games TV. Встретимся в следующем видео и играйте в Among Us. Кстати, может быть, нам с вами замутить какую-нибудь прикольную штуку и поиграть вместе с подписчиками в Among Us. Знаете, как можно придумать? Что? Короче, мы сделаем свою комнату, напишем нашим подписчикам в Инстаграм. Так. Ну, типа, приходите, мы играем в Among Us, пароль там, код, все напишем, и они зайдут, и мы будем вместе с подписчиками играть. Друзья, как вам эта идея? Друзья, напишите в комментариях. Если вы поддерживаете, то давайте, может быть, вместе сыграем в Among Us. Мы, короче, что-нибудь организуем и попробуем вместе замутить. Так что, всем удачи, всем пока-пока.